Все знают, что недавно прошла премьера мультфильма «Пингвины из Мадагаскара». Давайте посмотрим «Пингвины из Мадагаскара» в Благовещенске. Очень стыдно! Слава богу, а то замерзла, как пингвин! Парень, который вложил все деньги в пенопласт. Ну, Илюх, ну что ты так переживаешь? Через год пенопласт цене поскочит, его продашь, Игорь. Не, ну ты хотя бы не в рубли вложился. Это да, А новогоднее застолье проходит примерно по одному и тому же сценарию. И мы решили показать все кратко и без слов. Очень странный мальчик. Мне бы ложку хлеба белого. Да, возьмите. И водичку с собой заверните. Конечно, берите. А деньги? Дорогая, смотри, какое озеро. Ой, как красиво, как замечательно. Дашка, ты не тоже жадная. Филолог в общественном транспорте. Алло, ну что ты мне звонишь? Да, купил я твои торты. Ничего не трогай, клади на стол и все. А ее ж не сестра будет? Опять ихние дети весь мозг вынесут. Остановка БГПУ. Ладно, все, я пошел в университет. Может, там чему научат? А следующая остановка — площадь Ленина. У кого не оплачено за проезд, передаем. Вот этому уже ничего не поможет.